Всем привет, дорогие друзья, с вами Максимилиано Джонс, и мы с вами продолжаем проходить Эликс 2. Как вы помните, мы ушли из города Берсерка, взяли Ивана под руку, и куда-то мы с ним пошли. Он, по-моему, сейчас ищет какой-то тайник, который оставил Даниил, или Даниил, не помню, и нам... Да, очень хорошо. Нам с вами надо здесь зачистить территорию, вроде как. Лжеберсерка, где это? О. Сытый кусака. Блин. Ну хотя он сытый, может нас не убьет, не съест. На пятерке у меня лук, да, и 101 стрела, отлично. Но я думаю, он там не слабо сейчас поживится, пока нас рядом нет. Что это за звуки такие? Вот это что ли сытый кусака, и вот это сытый? Не-не-не-не-не-не-не, женщина, давай ты одна будешь драться. Я еще где-то щит похерил. О, так она сама справляется. Давайте сделаем вид, что ей помогаем. Блин, эта штука куда-то побежала. Да стой ты! Господи, в березах запуталась. Блин, Кая тоже что-то тормозит. Вот и все. Теперь надо проверить, добрался ли Иван до развалин. А нахрена мы здесь зачищали, собственно говоря, если развалины вообще в другом месте? А. Блин, мне казалось, что он вообще в другую сторону пошел. Странный квест какой-то. Я у него прямо на пути их убил, а его самого я даже не видел здесь. Ванек, ты здесь вообще? Да, вон сидит, отдыхает. А вот оно где. Да, я разобрался. А мясо? Тоже взял, держи. Вот. Молодец. Я знал, что могу... Ладно. Сегодня нет смысла идти дальше. Но ты мне... Конечно. Давайте поможем, говори, чтобы что... и нет. Великолепно. Нам бы дровишек. Огонь не только не даст нам замерзнуть. Ну ладно, чё, почему бы и нет, я помогу. А, все, видимо, помог. Не самый уютный ночлег в моей жизни, но сойдет. Теперь надо сообразить, как... Так, я же добыл мясо. О, отличная мысль. Могу пожарить нам сате с картошкой. Че, серьезно? Могу даже тебя научить, как это делается, если хочешь. Перво-наперво надо убедиться, что каждый кусок картошки... Блин, так Ванька-то белорус, оказывается, затем а не русский. Дай им немного остыть, прежде чем жарить снова. Тогда они будут хрустеть. Запоминайте. После этого кидаешь мясо. Только смотри, не... Блин, надо в жизни попробовать такой рецепт. Быстро обжариваешь со всех сторон, а потом готовишь на небольшом огне. Так. Ну, куда Всё. Это меня понесло? Тип... Ну, оп. Костер к твоим услугам. Даже если ты ни слова не слушал, просто не сожги жратву, ладно? И себя. Сделай себе двойную порцию, если хочешь. А мне достаточно. Ладно. Ну что, Ванька, давай анекдоты трави и будем кушать. А у меня с собой, что ли, есть? А, нету. Попробуем приготовить картофельный сате. Где эта полевая кухня-то? Вот это что ли? Очаг? Так, сате готов. Че тут мы дымимся? Ля, он мясо прям в лицо сует. Вот твоя порция. Ух ты, отлично пахнет. Наверняка и на вкус отмен. Можешь дрыхнуть. Первая стра... Вот... Спокойного Блин, сна. Какой-то он вроде слишком дружелюбный, как по мне. Мне кажется, он что-то задумал. Может, он нас ограбит? Да не, вряд ли. Ну что, серьезно, у меня квест просто спать? Ну, ладно. А, да, и правда, просто спать.
Окей. Ну и все, он нас не разбудил. И сам сбежал. Со всей этой кутерьмой как-то быстро забываешь, как... И оставил нам еды, смотрите. Это уже не было, когда я засыпал? Идем дальше. А, не, вот он, все нормально. Пошли. Эй, я не... Ну все, побежали. Слушай, я думаю, уже пора. Я должен кое в чем признаться. В чем? Большинство морканов не похожи на меня. Честно говоря, даже если тебя со мной увидят, у тебя от этого уже будут неприятности. Это еще почему? Потому что я торгую вразрез с заповедями Аравака. В каком это смысле? Я торговал с чужаками, а это слово запрещено. Вот оно что. На самом деле мне было приказано грабить всех путников, кто попадется по дороге, и забирать их припасы. Этим мы с Данилой поначалу и занимались. Блин, бедный Данила, жалко его. Я решил, что так нельзя. Ты убивал их? А может, это он убил Данилу, кстати? Потому что Данила был за то, чтобы всех убивать. Я беру. Черт, я этого зацепил. Ты убивал их? Да. Морканы не считают смерть грехом или трагедией. Это дар. Дар небытия. Но между нами и чужаками есть разница. Мы-то должны заслужить свою смерть. Ну, большинство из нас. Некоторые теряют терпение и сводят счеты с жизнью. Прям так хотят умереть. По правде, твой народ, похоже, полные психи. К ним вступать не будем, я думаю. Ты недалек от истины. Потрясающая озвучка. Но у нас есть и сильные стороны. Какие? Оу. Скажи мне одну вещь. Ты хотел бы к нам присоединиться? Мне кажется. Блин, тихо. Чего? Совершенно верно. Блин, Ванька, ты чё? Ты чё такой мощный-то? Мне кажется, нам есть что тебе предложить. Если это уже они, что ли, блин? Для тебя возможно. Не надо было сюда лезть. Или это разбойники? Кто это? А, это бандиты. Блин, Ванька, угомонись! Ты чё такой мощный? Блин, я думаю, он сам со всем справится. Я пока полутаюсь, мне все равно опыт капает. На чем я остановился? Так непринужденно. Равновесие власти между нашими вербовщиками и правоверами в последнее время решить. Ну, что скажешь? Я не заслушал. Давай-ка просто идти. Это не твердое, да? Ну и не твердое нет. Для меня сойдет. Как-то оно зловеще. Я беру это на себя! Шо, это обычная муха, господи. Че оно зловещего-то выглядит? Единственное, что меня подбешивает, что она... О, опустилась. Осталось совсем немного. Мы при... Блин, они добавляют туда все. Он постоянно прерывается из-за врагов, говоришь, из-за того, что я отстал. Ну, поживем, увидим. Но там еще один пес уже готовится укусить. Он прям ждал один шажок. Но это молодые, кстати, это вообще изи же. Это какая-то низкоуровневая локация. А где мы? Ну, видимо, мы к логу этих подходим. Может, вот этого еще зацепим тогда уж ради опыта. А, ну это тоже простой. Ну, я думаю, да. С одного удара, да? Ну, почти. Они, интересно, живут в городе? Он же говорил про какую-то пещеру. А он, кстати, лагерь разбойников, судя по всему. Но Ванька меня, наверное, ждать не будет, пока я до тут дойду. Что такое? Надо поговорить?
Чего ты встал? Дай мне пару минут. Я хочу немного осмотреться. Там собака на фоне Постой, бежит нас я есть. Я сейчас вернусь. Братан, не уходи, пожалуйста. Это что, следы? Ну напади уж, а. Похоже на... Я этим займусь. Нет, да я сам занялся. Я нервный стал. Я думаю, там какой-то тролль, наверное. Ладно. Нет. Мне кажется, ни хрена не ложная тревога. А что здесь за следы? Блин, ну здоровые какие-то вроде. О, это кто? Это наши? Черт, вербовщики. А, понял. Уже мне ложная. Все. Просто молчи и подыгрывай. Идет? Угу. Глазам своим не верю. Иван, неужели ты? Тенгиз тебя повсюду разыскивает. Где тебя носило? Тенгиз? Где Данила? Где Данила? Это казахи какие-то. Несколько недель. Ладно, я пока полутаюсь. Недель? И вместо того, чтобы вернуться, ты теряешь время с этим чужаком? Мы положили глаз на караван берсерков. На вид была хорошая цель. Тонны пайков, какие-то припасы и вот он. Нам не повезло. На самом деле прикольный вот этого костюмчик. Хотя кожаный какой-то. А чё не в коже все? Хаос. Я с трудом свою шкуру спас. Мне удалось увернуться. Мне просто повезло, но Даниле... Эх, Даниле повезло меньше. Чешет ведь. А его я не мог там оставить. Пусть служит нашему делу вместо Данилы. Он согласен. Угу. А ну поклянись, что так и будет. Чего? Встань на колени и поклянись. Не надо. Давай их убьем просто. Клянешься Раваком, что это правда. Всемогущий Равак, бог крови. Вот они, верующие люди. Обрати свое всевидящее око на своего ничтожного служителя. Будь свидетелем моей клятвы. Я прям в голосе слышу интонацию сарказма. И если я солгал, порази меня бесконечной агонией. Подъем. Ратибор, у него имя. Теперь Раавак решит, сказал ли ты правду или солгал. А сейчас ответь мне, принес ли ты провизию, за которую отправлялся? Разумеется. За кого ты меня принимаешь? Хорошо. Что ж, уверен, твой друг... А он просто наторговал у берсерков это. В сторону. Эй, ты, иди сюда. Блин, извини, я случайно. Ты хотел со мной поговорить? Да, хотел. Так вот, скажи. Угу. Это правда, то, что мне Иван рассказывал? Да. Да, от первого до последнего слова. Хм, ясно. Забавно. Так ты правда хочешь... Ай, не хочу, но скажу, что да. Жалится над тобой Раавак, если ты говоришь не то, что думаешь. Иван, эта провизия должна попасть в пещеру. Все, проваливай. Неплохо. Неплохо. Ну да, неплохо. Ну чё, Ванёк? Восславь Раавака. Да бы мы их убили на изи, Ванька. Я видел, как ты разносишься. Я подозревал, что долго... Такое ощущение, что меня ищет половина кара. И ты... Я должен... Но главное, чтобы мои родные не пострадали из-за меня. Ладно, нам... Ну, погнали, чё. Как бы то ни было, спасибо тебе еще раз. Ты мог бы меня выдать им. А и толку? Даже воображать не хочу, что могло бы тогда произойти. Я бы их, конечно, побил всех. Ну, а толку? Этот бы на меня обозлился. А Ванёк вообще адекватный, нормальный парень. Благословитель! Вау. Вот это топ. Нифига тайничок. Энергоячейка у меня есть. Что надо вкачать? Ловкость и интеллект. Ну, до этого еще очень далеко. Но прикольно. Шевелись. Иди за мной. Что, к тебе все морковь? Где он находится? Вот здесь? Вот здесь. Большинство вербовщиков, ребята, неплохие. А вот правоверы, с ними лучше держать ухо востро. И видишь ли,
Мы, Морканы, выглядим для других грубыми и безжалостными, но, по крайней мере, недомолвок у нас не бывает. Тем мы сильны, не ходим вокруг да около. Ты со мной. Это старая уже, это даже не молодая. Но они такие же дохлые, кстати. Блин, Ванюк, ну оставь хоть кого-то мне, дай мне ударить хотя бы разочек. Я понимаю, что опыт общий, но все же. Все, в тишине идем, молчание. Там какая-то хрень пролетела только что. А вот мне казалось, эта штука лютая, но нет. Большой секс? Скекс. Извиняюсь. О, еще одна вышка. Нам туда забраться. На прошлое я нашел сральник и записку. Изгоев. Ой, не изгоев, а этих кого там. Когтей. А на первый я дневник нашел. Ну ладно, видимо, не сегодня. Блин, всех врагов собрали, а? О, телепорт, вот это хорошо. Блин, еще и большой этот скекс опять. Это камнешип какой-то лютый. Ванька, ты где, мать твою? Ванек! Мы тут не затащим без тебя. Так, давайте я ему в задницу просто постреляю на фоне и все. Ванек, ударь хотя бы раз. Нормально, красиво. Вот бы всегда можно было с двумя напарниками гонять. Поле руин. Угу. А, поля. Понял. Ну давай сразу эту подзову, пока ты не заговорил. В атаку. Мне кажется, здесь что-нибудь будет интересное. Какое гнусное место. Все здесь такое коричневое. Ну что сказать, каловый мир победил. Пойдем. Ладно, сейчас придется быть вдвойне. Что? Тут неподалеку живет. Угу. Все-таки до тролля мы дошли. Может. Ты с ума сошел? Хм. Ладно, давайте убьем тролля, чё бы и нет, это куча опыта. По пути. Нет, не хочу. Кай абсолютно не в восторге. Вопельника другого добыть, нет проблем. И мне соверш... Ну и ладно. Да я не пойду. Но если тебе так охота сдохнуть, если решишь еще пожить, я буду ждать тебя. Я убью эту тварь. Блин, а чё бы и нет, это лишний квест. Блин, я не хотел этот уровень разрушения повышать, но я бы хотел сходить тролля убить, чё бы и нет. Это лишний опыт, как минимум. Хотя зря, наверное. Ну ладно, давайте попробуем. Неужели он настолько лютый? Блин, ну походу да. Ладно, попробуем гранатами его закидать. И если не получится, то ладно, просто перезагружу. Сохранение. Ой, нам жопа, вот прям чувствую. Я ему вообще урона не наношу. Ну,
Ну и он не особо. А он ближним боем вообще не занимается, что ли? Ну, я ему вроде какой-то урон-то наношу. Может, в голову надо стрелять, чтобы больше урона наносить? Ну, блин, это автоприцел, конечно. Может, к Ваньку его подвести? Ванек, ты там где вообще? Берегись. О, благодарю. Ванек, ты там далеко? А где он? Вон сидит. Блин, стрела заканчивается. Даже половину жизни ему не отняли. Ванек! Ванек! Пожалуйста, вмешайся! Так, все. Ванек с нами. Я убью эту тварь. Давай! Я этого и добивался. Все, Ванек отлетел! Ладно. Я отлетел. Ладно, это была плохая идея. Давайте вот на это быстрое сохранение, пока мы с ним не решили этого тролля бить. Но это не выход, как по мне. Ладно, сейчас при... Что? Тут... Так. Значит, надо ух... Что же до меня? Знаешь, мне полегчало. Ладно, давай уж... Я все-таки не настолько крутой, чтобы его убивать. Когда подойдем к пещере, нам придется разделиться. Пойдем каждый сам по себе. Хорошо. Что, да, отлично. Я хотел сказать. Сейчас, погоди, погоди, я здесь подлутаюсь, ладно, потом расскажешь. Блин, ну он там тоже уже воюет с кем-то. Ну, сигареты и туалетная бумага. Понятно. Лучше нам не афишировать то, что мы вместе пришли. Не хочу, чтобы ты из-за меня нарвался на неприятности. Да ладно, все нормально будет, не с Ибертом. Не слишком привечают. Ты слишком много нервничаешь. Слушай, я свой народ знаю. Уж ты мне поверь. Ты уверен, что снова не потеряешься? Ты мне кто? Мамаша, что ли? Да за тобой глаз да глаз нужен. Ну и за мной тоже, походу. Блин, куда я пошел без полного здоровья? Что я хотел сказать? Слушай, я свой народ знаю. Уж ты мне поверь. Ты уверен, что снова не потеряешься? Ты мне кто? Мамаша, что ли? О, нет! Мы будем драться бок о бок. Нет, я не буду драться. Кай, угомонись. Ты мне кто? Мамаша, что ли? О, нет! Теперь нет. Ну, давай еще этот шакал зацепим. Предлагаю навестить Госту. Кого? Берегись. Теоретически, он наш трактирщик. Но я его больше воспринимаю как гриб. Ну ладно, я и сам справился вместе с Кай. В этот раз подрались бок о бок. О чем я говорил? А, совершенно верно. Беру это на себя. Давай, бери. Если тебе нужно заработать пару осколков,
У него всегда есть какая-то работенка. Теперь до пещеры уже доплюнуть можно. А где она? Же, время летит быстро. А, вон, все вижу. Хороший... Ну, можно у них квестов повыполнять, в принципе, но вступать к ним я точно не собираюсь. Правда же, время летит быстро, когда путешествуешь в хорошей компании. Надеюсь, Дмитрий... Дмитрий? Так это какая-то банда русских, что ли? Надеюсь, Дмитрий сегодня один на дежурстве. Почему всех русскими именами-то зовут? С Маратом? Почему? Он из правоверов. Это что за хрень? Что это значит? Это что такое вообще? Это что за хрень? Ну вот, мы наконец и пришли. Шесть. Вот она, пещера, дом народа Морканов. Черт, Марат на воротах. Что это значит? Меня он, конечно, впустит. Перед тем, как мы разбежимся, я должен тебе кое-что... У Морканов есть третья группа, наряду так. С правоверами и вербовщиками. Эта группа исповедует идеи, которые большинству других Морканов притят. Я не могу тебе рассказать о них под... Но, скажем так, если ты борешься за правду и справедливость... Что ж, настало время... Если у тебя когда-нибудь окажется... Ну, давай пока. Ладно, чё, блин. Ну, попробуем как-нибудь попасть туда, но вступать в их ряды я вообще не собираюсь. Может, клириком пойду. Кстати, еще один уровень, у меня уже куча очков. Блин, не прикольная пещера. Так, кто из вас Марат? Стой! Ни хрена себе, Димка! Ты че, это Олимпиада 86-го, что ли? Бога небытия. Что тебя сюда привело? Жесть какая, господи. Да что ты тут священного в этой дырке? Я хочу войти. Чужака впустить? Не смеши меня. Ты советовать должен и все. Ты слушайте, чужа. Димку. С какой стати нам тебя впускать? Знаешь, что тебя внутри ждет? Без понятия, какие-то да гачи пацаны в коже. Мы Морканы, живем тужем. Работа, вот чем мы живем. Работа и боль. Меня не устраивает боль. Я тяжело. Сказать легко. Усвой главное, если ты... Ой, я готов рискнуть. Ты серьезно хочешь его впустить? Отведи его к хану. Нет. Ну ладно, пойдемте. К хану. Так, думаю, тут Марат нас уже не слышит. Надоело с ним все время припираться. Я тебя к хану не поведу. Я так сказал, только чтобы Марат заткнулся. Кстати, меня... Но он может из этих, из третьей группы как раз таки. Если хочешь тут остаться, вот что тебе надо знать. Так. Например... Например, что бродить тут в одиночку... Да, почему меня что, здесь бить будут, что ли? Если никто тебе... Поэтому... Ну давай. Так, видишь, вон так ты сказал, что не поведешь меня к хану. Широкий, на уровень ниже, чем мы сейчас. За ним собор Раавака и цистерна крови. Только самые крупные шишки могут там возносить хвалу Рааваку и его вечному небытию. Ты в собор лучше даже не суйся. Окей. Если захочешь там побывать, тебе придет... Пошли, Дай. Сейчас мы на подходах к военному району. Тут мы, вербовщики, держим клетки с новобранцами, которым предстоит влиться в Морканское общество. Чего? Клетки? А, они же похищают людей, по-моему. Ты к нам пришел. Иначе сидел бы там с другими пленниками. Помимо клеток есть еще арена. Ну, ты ее потом увидишь. О, арена прикольная, я поиграл. Ты дурак, что ли? Ты зачем охранник так делаешь? Остерегайся. Не всем понравится, если ты из района в район станешь. Короче, будь осторожен, лады? Ой, я, кстати, тоже могу драться на арене. В смысле, несмотря... Обычно так не... Даже...
Вы бы посадили меня в клетку, если бы я не пришел к вам. Нам нужна свежая. В общем, когда-то и я работал в клетках. На чем мы остановились? Извиняюсь, что прервал. Куда ты скаканул-то? Если он согласится, сделай одолжение. Не ходи туда сейчас. Времени нет. Если тебя на арене прикончат, мне ж придется потом с Ханом объясняться. Я тебя тут подожду. Ты не Моркан. Тебе это, наверное... Алексей? Лёшка, ты чё? Не видишь, я разговариваю... Лёшка, не вижу, ты не говоришь. Если мы теряем работника, это влияет на равновесие. Блин, жалко пацанов, конечно. Поэтому, чтобы выжить, мы должны пополнять ряды. О, можно к вам? Мы приводим новообращённых, обучаем Зань. Нашим правилам, делаем из них новых Морканов. Тут в пещере жизнь хорошая. Лучше, чем снаружи. Нашим новеньким тут безопасно. Они быстро забывают прежнюю жизнь. Ни хрена там крыса здоровая. Что-то я разболтался. Я ничего с этим поделать не могу. Ты же отлично знаешь, у Госты своя цена. Блин, это ваш диалог, серьезно? Кто знает, сколько оно еще... Хочешь... Его зовут Атила. А, Атила. Извиняюсь, я думал, это Алёшка. Да я знаю, что мне сделать нечего. Я Атилу ищу. Ребят, кто из вас Атила? Атилу не знаешь? Оставь меня в покое. Ладно. Пленник смерть. А чё они сдохли? Ладно, я подлутаю тогда. Так, а где ваш Атила-то? Я его здесь не вижу. Я Лёшку только вижу, он все болтает. Наплевать, будут живы пленники. Да не вижу, вы не разговариваете. Боже мой, а? Где этот Алексей? Ой, блин, этот как его? О. А у меня нет этого квеста, я не знаю, где он. Где этот Атила? Мне кажется, он меня просто не туда увел. Ладно, пошли. Вы похищаете людей. Все не так страшно. Да хрена народу, которых мы сюда приводим. Поверь, система. Столкновение с кометой мы пережили. Путь Моркан. Угу. Ну, пойдем дальше. Вот мы в самом сердце пещеры. Мне кажется, он забаговался и не туда пришел. У нас святое место. Место покоя, созерцания. Или вот это может это Татила? А, нет, Марат. Мы не часто расслабляемся. Ну уж когда отрываемся, то только здесь, в погребке у Госты. Ну, что это такое? Не, к этим ребятам я вступать вообще не хочу. Изгои то были лучше, чем эти кожаные пацаны. Мы что, кругами ходим? Кроме жилого района, есть еще торговый и интендантский. Кто знает, как Хан тебя примет. Воспользуйся возможностью. Поговори с Тенгизом, если он разрешит. Вы все живете тут? К этому... Только Штреков на задах берегись. Я не думал, что тут... Ты про погребок? Есть такой. Если только гребаный правовер... Отличный Так, а интенданты ваш... Слепой, что ли? Вот ну, он там, наверное, стоит. Я прям на него смотрю. Поговори с Тенгизом. Он решает, кто тут может торговать, а кто нет. Ну, вот это Тенгиз. Что нет, тебе? Это Батульга. Мы сюда вашего брата... Какого брата? Ой. Ну, на... Давай, скажи мне, чего ты хочешь? Чего хочу? Крови или пота? Я не хочу. Это так ты... Блин. Ну давай потом. Потом? А другой... Твоя кровь. А-а-а! Так... Учитывая его вид, лучше выбери...
Важнее всего, чтобы ты держал свое слово. Если мне понравится, как ты себя ведешь. Давай пот. Нам надо расчистить. Где инс... У тебя их два. Руки на... И не пока... Ладно, ну я не хочу с ним драться, мне кажется, он меня уделает на изи. Так, и мне надо какой-то чувак. Торгель. Вот это, наверное. Один человек, да, Тенгиз. Получает один паёк в день. Можно поговорить? Да откроются тебе. О, можно. О, это адекватный какой-то человек, это мне нравится. Я вижу, ты преодолел до... Чего ты хочешь? Мне нужна всего лишь возможность торговать. И почему я должен... Здесь ты ничего не добьешься, бит. Ты не зва... Пока я... Ну давай что-нибудь сделать. Ты хочешь что-то сделать для меня? Да. Я сделал все, что я... Ты... Да. Конечно. Так, ну слушай, пока у тебя нет разрешения остаться, ты посмотрим, как... Понял, ладно, какие-то события. Возможно, меня кто-то бить будет, раз он спросил про кровь. Как у тебя все прошло, Стэн? Так я и думал. Ну что, идем дальше? Не переживай. Пойдем. Вот еще что тебе надо запомнить. Хану первым обращаться нельзя. Жди, пока он сам с тобой заговорит. А если он не заговорит, что молча стоять? Усёк. Ягун. Какая-то пещера, реально, что ли? Славянская пещера, что это такое? А вот Хана это, что ли? Ты что тут забыл, Дмитрий? Надеюсь, у тебя была веская причина. Хан, голос Хана. Мне нужно поговорить с Ханом. Но великий хан не желает говорить с тобой. Этот чужак просит убежище. Ну, типа. Интересно. Мы с Маратом разошлись во мнениях. Я вот считаю, что он хорошо небытию послужит. Мы много народу потеряли за последнее время. Хорошие новобранцы нужны. И ты говоришь, он сюда сам пришел? Ага. Это необычно. Это же Шуфутинский. Хан подумает над твоей просьбой. Чужак может остаться. И снова 3 сентября. Он должен вернуться завтра и услышать, что скажет хан. Ты... Да. Правила такие. Я Моркан. Говорить с голосом хана большая честь. Ну что? Почему? Хан правовер. И всей своей жизни... Он хранит молчание. Ты считаешь это чересчур? Как умереть? То есть вы все хотите... Ну, так я могу устроить. А, нет. Пойми, ни от кого другого. От обычных морканов. Почетным считается говорить мало и желать смерти. Однако, если ты хочешь, чтобы тебя тут у нас... Да, и не забывай временами навещать хана. И... Ладно, ладно. Марат, небось, уже... И... Ну ладно, все, до встречи. А с голосом-то я могу поговорить? Послушай. Довольно. Не хоть... Когда он... Да тебе... А как? Ты... Тогда тоже можешь остаться. Что ж, повез... Не... Ладно, я хочу сохраниться и проверить, что будет, если я с Ханом заговорю. Ха! О, новое. Ха! Ладно, я попытался. Ладно, ребят, отдыхайте. А я пойду, наверное, здесь квесты выполнять. Начну с того, что там расчистить надо что-то. Вот, уборка пещеры. Ух ты, ни хрена себе, сколько здесь убирать-то. Ну ладно, я со всеми остальными здесь поговорю заодно. Это поставщик. Ягун здесь был. Эй, ты! Пошел вон, я... Ну, почти. Ладно.
А я все могу собирать, интересно? Ну да. Лом не считается. Ну давайте пособираем камни, чё бы и нет. Как говорится в одном потрясающем меме, камни я дам, а вот рычаг уже нет. Ну и железную руду можно пособирать. Хоть стрелы скрафчу. Блин, нифига у них здесь туннели, конечно. Оно еще на карте, блин, не отображается. Вот это вообще плохо. Я куда-то вообще не туда ушел, похоже. Тихо-тихо, не пугай меня так. Ни хрена себе тайничок. А я сделал большое сохранение вообще в этой игре? Вроде да. Ну, вроде как перед входом. А, это метро! Здесь чей-то тайник, но, наверное, здесь кто-то примет сейчас. Когда мы будем уходить. Нет, не выход ли? Нет, здесь выйти нельзя. Ладно, проще тогда телепортнуться к пещере и оттуда уже зайти. А это кто сидит? Значит, ты... Почему ты от меня сбежал, Фор? А, это этот отступник. Ты начал вопросы задавать. Но я и психанул. Решил... Я нашел его. Ясно же, что тебя крыса послал. В каком смысле? Ты нашел мой... Да, читал. Да. Я все... Тогда мне не нужно... Этого я боялся больше. Я не могу вернуться к берсеркам, а Морка на меня... Они меня не впустили. Я много лет не участвовал в... Я выгляжу как берсерк. Говорю как берсерк. Ты уверен, что... Они же всех принимают. Он в клетке посидит и нормально. Все, кого я когда-то знал, мертвые. Приняли меня за шпиона берсерков. Типа мне еще повезло. Нет. Но еще клирики остались. Я думал попытаться. Изгуи. Я много знаю про морканов и берсерков. Про клириков лучше не думать. Ну и лучше сдохнуть в канаве. А, мы, кстати, к Альбу можем пойти, как вариант. А ты как думаешь, что мне делать? Ух. Ну, по идее, мы можем его вернуть в форт. В крысу. А, либо убить его. Ну, ладно, давайте вернем его просто в форт. Я могу замолвить. Ты это... Да-да-да. Ты понимаешь, что крыса нас обоих может... Да, и все нормально будет. Спасибо за предложение. А. Но... Ну, вот давай тогда уходи просто. Не, не собирался. Может, с изгоем все-таки? Я вот тоже подумал. Ну да, это самый логичный вариант. Если я расскажу свою историю, есть хорошие шансы. Да все, моя жизнь. Я опускаюсь. Спасибо. Знаешь, я же в форте городскую стражу натаскивал. Мне не помешает. Найди меня у изгоев, когда я там. Ну все, хорошо, тогда иди к изгоям. Я думаю, это самый верный вариант, серьезно, для него. Клирики его точно не примут. Кто там еще остался? Берсерки его не принимают, эти его не принимают. Альбы, ну это бред. Чтобы вступить к альбам, ну, такое себе. Это я могу к ним вступить, но никак не он. Пусть изгои, изгои всех принимают вроде. Все тело гусиной кожи покрывается. Не доверяю я Морканам. Я бы тебе советовал говорить потише. Да что ему со мной сделать? Че такое?
Че это? Ни хрена себе. А я ее знаю, это ж бестия из первой части. Она к ним присоединилась? Зачем? Гляди-ка, кто тут у нас? Опа, она нас узнает. А че, ему в задницу заснула эту электрическую палку? Этот вроде все. А я нет. Ну так что, хочешь занять его место? Блин, хватит палкой ему задницу ссовать, пожалуйста. Ля, какой я пафосный. Я вижу, ты не изменилась. А тебе такого сказать не могу, идиот. Идиот. Все еще торчишь в этой своей дыре? Теперь уже нет. Что ты тут делаешь вообще? Я думал, ты у изгоя. Ну да. Была. Надоели мне эти бараны. Теперь фортом Берсерки командуют. А в кратере Бакстер сидит. Хотел козлина, чтобы я из самой грязи наверх выка... Короче, я решила, что мне и... А как твой брат? Ты с ним об... Я ж у... Логан? А, не, не убил. Это ж этот главный. С тех пор, как Берсерки его с трона спихнули, козлит так, что... И до сих пор из себя герцога строит. Бь... Да мне-то... По виду у тебя тут... Они тут все агрессивные... Впрочем, что я тебе рассказываю? Мы... Ну, воспоминания? Блин, прикольно. Это же Кая, нет? Это бестия? Ну и как? Ты все еще с этой стервой? Кто бы... А вот она рядом стоит. Говорят, у вас есть ребенок. А зачем так показали-то это? Вроде того, это было интересно. Мне нравится. Как интересно ребенка завести. Впрочем, меня... Надо друзьям также сказать. Какие, например? Морканы, может, и психи, но они, когда что-то надо сделать, идут и... Да, вы... Умом их, конечно, природа обидела. Весь мир могли... Ты погляди, в каком дерьме они живут. Ощущение такое... Каком? Им бы стоило кого-то отправить к другим группировкам. С каких это пор ты о других? Я когда-то о тебе беспокоилась, придурок. Помню, ты помню. Но я с ней не мутил, я с Каем мутил. Сейчас покажу, как я ее целую. Нет, все нормально. А, это мы штурмовали этих альбов. Что-то это очень тухло было. Но я такое ощущение, что помню даже момент. Короче, в мире многое поменялось. Тип... И что? Ты из дома вообще выходил в последнее время? Ба... Морканы, конечно, обо всем этом понятия не имеют. Этого недостаточно. Если... О, я тут согласен, в принципе, это для объединения полезно. Блин, а мне так-то тоже нужна. Мне нужны люди, которые... Ты шутишь, что ли? А что? Я слушаю. Все, кто хотят сражаться с захватчиками и их башнями. Да, я слышала. Ты что думаешь, я с тобой по приколу планами делилась? Я помогу с твоей чокнутой затеей. Ну, договорились. Да что, осторожно, она хороший боец. Она первую часть, наверное, прошла. Да какие там проблемы? Что? Ну ты... Ну, понял. Мне нужен человек, который понимает, как у этих козлов мозги. Кто-то, кто меня к ним приведет и поддержит. Ладно, я да, почему нет? Дипломатической миссией. А ты присоединишься. А ты держи рот на замке. И это тоже часть сделки. Это мы еще посмотрим. Ну, давай поглядим. Зуб даю, сплош... Ну все, она пошла в... На мою жопу. Корова безмозглая. Блин, ну вот это единственный момент, когда я туда не пялился, если честно.
Я курить. И чё? Не прощ... Ну... Так, ладно. Не обращай. Да я и не собирался. Да ладно. Погоди. А скажи, я его знаю? Это мо... А. Мы знакомы? Так. Слышал. Ты там с альбами какую-то фигню. Было дело. Мне этого еще никто не... Да ладно, у всех сва... Не ожидал. Тебе от меня что-то на... Да иди курить, ты, господи. Нет, в кратере жил одно время. Это Бакстер сейчас главный у изгоев. Охотник за головами, если тебе это интересно. Угу. Я его не помню, на самом деле. Был на поводке. А, говно. Счастливый случай. Выполнял очередной заказ. Думал, пев... Кто ж знал, что за моим парнем еще и вербовщики. Я их и не заметил. Ясное дело, им захотелось узнать. Одолели меня, конечно. Их много. Ну и в клетку. Или в гроб лад... Что-то ты не выглядишь, да вот. Ты как? Но тут лучше все. Берсерки ненавидят всех, кто из... Про клириков я вообще давно ни хрена... А альбы... Тут хотя бы... И вернуться тебе никак... Ха... Да если... Но если ты туда собираешься... О, отлично, я бы туда сгонял. Не волнуйся, не... Давай, чё бы и нет. Отлично. Это... Что они делают с пленниками? Они их убивают здесь, ни хрена себе. Нет, это я знаю, что умер. Это при мне его убили. Тут обычных пленников убивают. Ой, это что за хрень? Подлинную силу человек обретает, сопротивляясь соблазнам и терпя боль. Да будет Раавак милостив к моей душе. Ты кто? Надеюсь, твои причины достаточно серьезны, чтобы да. прерывать... Ты кто? Ты кто? Что-то звенит у меня на фоне. Этого прервал мы? Да. Я требую уважения от... Не да забывай. Господи, что это за электричество? Я хранительница твоя жизнь и смерть. Господи, ну началось. Нора... На нем искупаем мы. Совершив преступление, ты должен сначала понести мирское наказание. Только после этого достаточно... Не сейчас. Че это у него? Сейчас нет времени, может позже. А они себя бьют этой электрической палкой. Все, я понял. А я могу использовать алтарь? Сейчас этого не сделать. Ну ладно. Надо будет еще этот священное писание их украсть ради интереса. Вот-вот, иди кури. Тебя это не касается. Нам надо как-то еще вниз спуститься. Но я знаю, ты где. Ты на арене вроде бы еще не сражался. О, арена! Верно. Но воля моя не сломлена. Вот это что ли? Блин, прикольно, слушайте, выглядит. Напоминает уже готику на самом деле. Такое ощущение, что как это... Помните, были развалины в готике первой, где мы спящего искали? Ну или что-то типа такого, я на самом деле уже лет столько проходил назад. У изгоев так себе арена была. Вот это что ли? Пенье. Привет. Извини. Кле... Мы же не хотим, чтобы все... Ты кто? Серьезно? Я же только что тебе... Ну расскажи, что тебе впадло что-то. Что имеют право отвлечь... Я Винья. Я тут главная по тварям. А ты тугодум. Если хочешь узнать такое. Больше, поговори. Вот его можешь... Ладно, я поговорю с Атилой. А где Атила-то? Он еще выше, что ли? Опа. Опа. Лутецкий. Ну, видимо, Атила внизу, наоборот, был.
А вон слева клетки эти. Ладно, а где Атила-то? Может, сюда надо зайти? Нет. Вот это Винья, а Атила. Ну, я же не совсем слепой, но нету его здесь. Может, он снаружи где-то. Они ж не отображаются еще, как назло. Ну ладно, наверное, он рядом где-то. Может, один из них? Я получил благословение. Нет. Зарины. Равак на моей стороне. О, торгует с оружием. Жил. А с ним можно торговать. А, нет. Вот это Атила, да? Да. Ля вот какой. Это да. Глазам не мы верю. Знакомы? Пришлый. А. У нас в пещере. Мир с ног. Я так по. Что? Я из. Большинство из них отродясь не были. Надо убедить. Для этого. Дай угадаю, они там дерутся с вашими пли. Что? Нет. Ну, животными на они арену. Дерутся, звери, да. Кто дер... А... Кто прыг... Если... Что... Так... Я хочу сразиться на арене. Ты? Да. Я решаю, кто будет драться я на и поэтому пришел. Но тебе нет нужды... Ты снаружи явился. Зачем? А за победу дают награду, кстати? Если хочешь за... Арена не развлечение. Так значит, на арене призов не вы. Только опыт. Ну, у меня устраивает тоже. У на. Но. Обычно. Но у них какие-то проблемы. Тебе пом. Почему бы и нет? Для начала надо с Веньей поговорить. А. Потому что стоит нам с ней заговорить. Ну, надо опять возвращаться с ней поговорить. Если... Ладно, не беспокойся, я сейчас сделаю. Если ты мне поможешь, я разреб. А с бойцами своим. Да куда мне? Я давно уж никуда не. О, он меня обучит хотя бы. Да. Отлично. И чему он обучает? Использование гранат. Это чего? Оружие ближнего боя. Выносливость, кстати, полезная вещь. Можно даже вкачать. Но нет, я лучше на что-нибудь полезное пока потрачу все это. Если у меня очков останется на выносливость, я тогда к нему приду. В смысле на стойкость. Так, Венечка, стой, погоди, я родная, стой. Атила. Ну и молодец. А чего он сам мне об этом не сказал? Боится. Душно это слишком. Ты может других гонять. Понимаешь? Убивать твари это одно. Это не щелкнул. Поверь мне, я через эти ворота твари прогнала. Такая опытная и клетки. Не твои. Я свое отохотилась. Слушай, настроение. Я тут жопу рву каждый день, а Атила только и может. Что с... Тела. Грудь. Черт. Кажется, я слишком... Что такое, я не понял. Хотя, кому во... Мне интересно. Мне интересно. Это очень... Вербовщики наловили новых слуг Раавака. Были бы твари, я бы поняла. Они повинуют... В прошлом месяце у меня пропали трое ловцов. Угу. Отлично. И клетки продолжают выходить из строя. И что ты думаешь, диверсия какая-то может. Я? А что я могу? Правоверы поклоняются смерти. А от меня ждут, что я буду улыбаться и... Мне даже никто не помог найти пропавших. Давай я найду. Слушай, я ценю и все такое. Ну и что? Давай я сам. Ну, раз уж ты сам... Ну, слушай, давай поделим задачу. Ты ищи Илку и ее людей, а я остальных. Ну, ладно.
Стоп! А, вот еще что. Я выдала Илке животный транквилизатор. Она наверняка не успела использовать все, так что... Ладно. Найти Илку... Отлично. А, да... Да не за что, куда она отправилась-то? Она охотится на скальных стр... Только смотри, не забреди на терри... Ну все, ладно, а чё бы не помочь-то? Чё сложного? Я все равно получу опыт. Ну да, понимаю, что в реальной жизни ты не получаешь опыт, конечно, за это. Но чё бы и нет. Тогда нам надо еще завершить здесь квест, собрать эти камешки, зайти в бар. И там уже, наверное, выполнить вот это, как раз найти Илку. Как раз день пройдет, и мы вернемся к Хану. О, погоди, стой. Мне бы... А кто это? Можно? Марика, так, стой. Блин, в 20 FPS, конечно, не очень удобно играть. Спасибо, что помог моему мужу. А кто твой муж? Я рада. Иван, что ли? Возьми. Я не сомневаюсь. Надеюсь, теперь все как... Надежда. У меня нет на тебя времени. А, это Ванёк, да ведь? Да. Привет, Ванька, как жизнь вообще? Когда ты отправляешься обратно к берсеркам? Чшш! Я там никогда не был, помнишь? Ах, да. Я продаю честно завоеванную кровь. Слушай, я не пытаюсь от тебя отделать. О, что ты продаешь? У нас простой головной убор повстанца, но мне он не нужен. Противогаз у меня и так есть. Можно одежду повстанца купить. Сколько? 4000 за что? Что за цены конские? Ты вообще меня уважаешь, брат? Я тебя спас так. Вот этот мне нужно. Будет на будущее. И большого. У меня, по-моему, среднего есть. Надо брать рецепты. Хотя можно вообще все изучить. Вот для этого химия первая. Ну и хватит пока. И надо что-то ему продать. Вот этой штуки у меня по две. Поврежденный топорик. Но из трех поврежденных я смогу сделать нормальный. Тоже как бы не вариант продавать. Но вот луки я могу продать. Штуки 3 получается. А, это у меня до пятерки стояло, извиняюсь. Шестьдесят семь, ни хрена себе, насобирал, конечно, за свою жизнь. Блин, я что-то ему лишнее продал, но сейчас верну. А, нет, все нормально. Так, подтвердить обмен. Готово. У нас теперь есть рецепты. А здесь у нас кто? Никого? Все, понял. Ладно, давайте собирать только дальше камни. Камни. Я посмотрел на Каю. Просто. Нифига себе, здесь кто-то из ружья стрелял. Здесь очень много хорошей руды. А может пригодится в будущем. Неумеха. Это мой завал, понял? Мой! Помощь мне не нужна. Батульга приказал мне... Это моя работа! Моя! Тебе что за... Потому что я не... Ты набиваешь карманы ком...
Квартальные суют мне одно дерьмо за другим вместо работы. А если им что-то не нравится, я каждый... Глянь только на мою спину. Вся эта вшивая дыра разваливается на части. И поскольку охрана сюда и носа не кажет, то вся расчистка завалов держится на так... Потому-то мы с парнями сразу и... Я понял. Нет. Точняк. Важно просто делать свое дело. Никто тебе через плечо не заглядывает. Тогда какого хрена тут никого больше нет? Кстати, да. Потолок рухнул. А. Все... Так... Ты рехнулся? Да я Чем больше времени я вожусь, И тут приходишь ты и начинаешь таскать камни у меня из-под... Теперь ты понял, да? Я дашь мне эти камни? Меня? А, тебя? Ну, на. Слава Рабанку! По-моему... Да какая в жопу разница? Главное, пусть эти уроды... Так ты... Был. Я принадлежал к изгоям. Ну, а... И теперь... И еще одно. Если на... Лучше всего будет, если ты их оставишь валяться на месте. Но... А сейчас шел. Если работник тратит... Ну, давайте... Хорошо. Да, давайте ему отдадим камни тогда уж. Это последние как раз были. И надо будет идти к этому и решать, видимо, все силы через кровь. Ни за что. Эти фиолетовые твари. Рот назад. А ты можешь, кстати, чему-то научить? Я? Да ладно, ладно. Ты та еще. О, горное дело, тоже полезный навык. Да. Не слож. Я тебе даже заплатить могу. Надеюсь, тебе понравится. И, кстати, можешь больше не приносить мне камни. Ты уже натаскал больше. Я Никто же не обязан... Спасибо. Ну, ладно. Надеюсь, это все было не зря. Ну, придется сейчас драться с этим. С чуваком на входе. А это меня даже ничему не научил. Ладно, может, в будущем мне это аукнется как-нибудь. О, это кто? Эй, тебе тут делать... Эти штреки могут в любой момент на голову обрушиться. Не Какой охота на крас... Не, я таким не занимаюсь, братан. Ну, ладно. Туда нам нельзя. Значит, пойдем обратно. Это проход же, да? Да. Куда? Самое начало, по-моему. Че это? Блин, мне показалось, что это и темный эльф из Морровинда. О. Блин, грустная история про Надю. У них, видимо, смотрите. Надо разрешение получить на ребенка. Не так уж плохое решение, как по мне, но все же. Чего? Как отсюда выбраться теперь, интересно? Блин, проще, наверное, опять на телепорт прыгнуть. Ребят, наверное, удивляет, что я туда-сюда через ворота хожу. Точнее, только сюда. Ну что, испытание крови у нас сейчас будет. Блин, у меня сильно отдубасит же. Закончил. Неумеха его убит. Да не сделает он ни... И так уж... Думаешь, я почему тебе это... А делать-то теперь что? Я все отдал ему, что...
твои проблемы. Серьезно? Отменено просто. С мусором разбираться для тебя. Ну ладно. Чтобы еще... Может, порти эти твари, так перебей. Ну ладно. Да ладно, как докажешь. Да везде. Ты только больных перебей. Блин, прикольно на самом деле. Но обидно, конечно, что квест отменился. Хорошо. Но я думаю, сейчас и опять какой-то чел придет и скажет: это моя работа была, оставь ее мне. И так меня никуда не пустят. Повышен. А мясо-то у них нормальное. Случайно зацепил, братан. Ну, случайно. Ну, что так говнится-то, а? Ну, случайно же зацепил. Убери оружие. О, ты внезапно поумнел. Ха, точно. Блин, мне не нравится, что уровень разрушения повышается. Как по мне, это немножко бред. Ну, давайте в эту из лука... А, вот она, снизу в этот раз. Не помню, чтобы я тебя сюда приглашал. А я помню. Я точно слышал, заходи. Так, а это как раз и где? Сначала я нижних перебью, потом буду подниматься. Здесь столько железной руды, мне это очень пригодится. Задание перебить мародеров. Блин, я зря так быстро скипнул записку. Я думал, там опять какая-нибудь священная молитва. Еще одна, что ли, здесь? Где? Блин, мне еще долго понижать этот уровень. Все, мы здесь на первом этаже всех убили, блин, и я серьезно говорю, проще телепортироваться. Ну, вот этих машин, это, конечно, жесть. Я думаю, на них бесполезно нападать вообще. Привет, пацаны, опять. Кстати, может, с вами поговорить? Может, квест дадите какие-нибудь? Сейчас у меня нет времени. Понял. О, эй, это ты. Кто? Витёк, ты чё? А кто? Ты что-то больно. Блин, это Вильям Дефо. Гоблин, угомонись. Скажи мне, что там в... Магалан осажден при... Да. Когда придет время... Шутки в сторону. Ты же Джакс Чуж... Бывший командор Альбов, который прекратил... Было дело. Учитывая все это, странно, что ты меня тут вообще... Ты уже не могущественный вождь свободных людей, но, возможно, полезными. Ты много чего можешь, но может по... А что ты хочешь? Ты марганский патриарх? Я ведь один раз используешь под... этот мир... Осуждаем такое, вообще, что-то такое. Наша... Ты знал, что Морканы уничтожили берсерков в сердце мира на западе? А, да ну. Забудь о нем. А я его убил уже. Этот гнусный еретик ставит подонки, которые собрались когда-нибудь. И здесь советую учесть это и относиться к ним. Я знаю, о ком ты. Я уже разобрался. Из небытия мы вышли. Тут ну, доспехи у них классные, на самом деле. Мне даже нравится. Это мы должны бро. Среди нас не место слов. Истязать.
Что за священный долг? Альбы изгои на севере. Гноящиеся... А, они хотят уничтожить все остальные группировки. Чуму надо такова... Ты говоришь... Именно. На... Блин, ну это опасно, от них надо избавляться срочно. Бестия говорил, что они довольно-таки мощные. Новый пусть захватчики пере... Что вы будете... Темные башни... Избавление... Наша главная... Блин, ну это клирики из первой части то же самое. Из небытия... Ладно, братан. Так это ты ко мне пристал, придурок? Что? Умный мальчик. А чё не так-то? Дурак, что ли? А к этой штуке можно подойти? Ивика, привет. Мне нужно работать. Если тебе что-то нужно... Ладно. Ивика это запомнит. А, это Виктор. Ну ладно, зайдем к Ивике потом, чё бы и нет. Блин, так до хрена еще, кажется, они тоже сверху или снизу? А эти сверху, понял. Так. Ну и последний где-то внизу осталось. И нас пустят в этот, в бар, и там, может, еще нас будут ждать какие-нибудь квесты. Плюс надо еще подождать целый вечер. А, ну здесь, да, у пленных, спасибо, я так и думал. Тогда я тебе ничем помочь. И на будущее меня... Я тебя зацепил? Ясно? Нет. О, вы наконец-то поговорили, надо же, вы разлагались, Лешка. Откроют нечасто... Что... Ты смотришь за... Приглядываю, чтоб не... От мертвецов нам проку... Вот. Ты тут недавно. Надутые придурки эти, вот я... А, то есть он из других, понял. Мы вербовщики, люди... Понимаем, что смерть... А где третий? Я хочу к третьим. Но правоверы... Если им дать... Если не вмешаться... Понимаешь теперь, почему? Нельзя насильственно... Согласен. Нельзя насильственно обращать. Почему нет? Побояться сперва? Ну, такой себе. А теперь... Не... Ладно, Лёшка. Неплохо. Я бы сказал, просто охеренно. Нормально. Неплохо. Неплохо. Что это было вообще? Закончил? Да закончил я. Хочешь, чтобы я... Ладно, я зак... Тебе... Так я собрал все тушки. Тобой прямо с... да, от... Все, благодарю, до свидания. Ну, наконец-то мы в бар попали. Ух ты. Эй. Я только зашел. Нет. Да. Мне после крыс надо очищаться. Хорошо. Похоже, они заставят их работать до полного изнеможения. Есть. Госта, привет. Что? Смог пробраться мимо Бату? Добро пожаловать в погребок, где все решает алкоголь. Это мой дом родной. Это... О, вообще, спасибо, братан. Если еще... Тут подают не помои всякие, а лучше... Здесь ков... Разумеется. Мало кто из... И... То есть тот парень перед дверью — это исключение было, да? Он про... Вот. Ну что ж,
А, прям при мне разберется, что ли? А я ж у него не спросил, зачем ему. А ну-ка встал со стула. Мигом. Встал, и правда. Аж на стул забрался. Бля, все. Сейчас Брюс Уиллису бы эту жопу надерут. Клиентам моим вздумал приставать. Нет. Можно я к этой подойду? Блин, нет, нельзя. Как же Батульга тебя пропустил. Но ничего, сейчас я тебя с ним познакомлю. Посмотрим, что он скажет. Жопу. Нет осколков. Жалко пацана. Такой молодой был. Честное слово, я скоро смогу заплатить. Ты скоро ходить у меня не сможешь. Прочь отсюда, паразит хренов. Глазам не верю. Этот попрошайка опять тут. Ну, Влад, Владик, привет. Ты тоже из Олимпиады 86-го? Я его еще не интересую, блин. Неужели так плохо с собой? Ну что, Госта? Ненавижу попро... Этим отбро... Ну да ладно. Да? Мне нужна информация. Одна проблема только. Я как... Я бы, конечно, с радостью... Так мы... Там крысы бежит, смотрите. Время не просто. Ну хорошо, тогда налью тебе пиво. Кто меня здесь может чему-нибудь научить? Есть. Если ты хочешь научиться рукопашному бою, как вариант, можешь пойти к Атиле, но тебе придется торопиться. Кто знает, сколько... Неумеха может обучить тебя паре шахтерских хит. Если хочешь научиться, как выжить снаружи больше часа, тогда тебе к Владу. Но... Я покажу тебе, как получать по морде. Ну что... И если так на это в следующий раз... Как тут... Ответ... Я могу понять, когда перед... Так что не желаешь? О, почему нет? От тебя? Насколько? Абсолютно. А, ставочки делать, 1xbet? Абсолютно безвредный способ. Это не реклама, это просто шутка. А если в процессе осколки сменят владельца? А, поговаривают, что не все вербовки. И поскольку правоверы крайне редко. Ты сп... Так вот, а... Вот, я все записал на... Я бы сам... Если тебе... У меня на... Например, всякое... Всего за... Ну, давай, чё бы и нет. Ну, расскажи про Влада. Что тебе известно? Влад? Ну, тут могу сказать, что не все крысы прячут. Иногда смотрим. Вот Влад. Ха-ха, Владик. С радушием и уважением. А он нас нахер послал на самом сразу. Деле он... Нельзя. Если он ре... Окей. Так, а голос кто? Хана? Этот тип настоящий. Никто не знает. А что у него? Ну что? Он частенько крутит в руках, как... Но как только видит, что... Как... Поверь... Так, дальше. Погребок. Как он? Могу изл. Ну, давай. В общем, заведение мне досталось в наследство. Для правоверов он. Но когда раскол между вербов. Потому что алкоголь это не только удар по печени. Согласен. Он. Тут надо учитывать, что в наказаниях правоверов боль играет. Ты что, никогда не слышал? Да. В общем, не каждому моркану, что стремится верно с правоверам, это... Ну, понятно, понятно. Это. И все это... Ну, от пьяниц может быть... Согласен. Не... Так что для поддержания порядка я использую простой метод по имени... Ну, я помню, Бориска был. Отвечает за то, чтобы среди клиентов люди старались, озвучивали, а ты скипаешь. Ну, здесь не всегда они старались, я признаюсь честно. Те, кто не в состоянии сами за себя постоять,
имеют высокие шансы случайно. Но я слишком быстро читаю и прям да, слушаться не очень хочется. Требье проскакивает, но Батульга всегда. Я бы, наверное, если бы английская озвучка ее послушала, так. Чему он меня обучает? Сюда. Кто-то рыгнул. Вот, потрясающая озвучка. У меня на фоне кто-то рыгнул сейчас. Так, броня. Общая сопротивляемость, восстановление здоровья, крепкое здоровье. Блин, потратить что ли или нет? Ну, блин, здоровье мне нужно, в принципе. Ну, лишним не будет, я думаю, как минимум для галочки можно прокачать хотя бы первый уровень. Это я уже взял, но я на самом деле могу и второй взять уровень. Тоже лишним не будет. А что, подождите, что надо вкачать? Блин. Хитрость, еще на 5, понял. Вот зря она с этим типом связалась. Ой, я не то выбрал. Я должен сделать ставку до того, как узнаю, кто мой соперник? Конечно. Как только увижу ставку, скажи... Не, сейчас не готов. Угу. А что продаешь? У меня что по зельям, кстати? Может, надо прикупить? Нет, все хватает. Все и так, отлично. Ладно, с этими разберемся в следующий раз. Говори, что хочешь. Что, Владик нас нахер пошлет или все-таки поговорит в этот раз? Слушай, я... У тебя со слухом плохо? Ля, какой. Мать же твою. От тебя, видать, так просто не избавиться. Ладно. Я тут... Извини, приятель, но нам... Я ищу работу. Эх, если бы все новички были... Извини, приятель, работы у меня нет. Но если захочешь время... Ничего сложного. Хочу немного крыс. Все равно не понимаю, как вы, Морканы, можете... Кстати, да, они что-то крыс только жрут. Поверь мне. Когда ты говоришь, но они под землей торчат, не знаю, это, видимо, сфера их связана, что они не вылазят никуда. На вкус. Я, наверное, ломтем земледельца перекушу, спасибо. А, чему он обучает, кстати? Возможно. Понял. Да ничего особенного. Может... И... Так, секунду, ладно, у нас здесь куча квестов уже набралось, в принципе, но мне, к сожалению, надо завершать сегодняшнее видео. Спасибо всем тем, кто был на стриме, кто смотрит это в записи. Обязательно переходите на мой YouTube-канал, там подписывайтесь, смотрите записи обрезанные. Также переходите с YouTube на Twitch, буду вас ждать на прямых трансляциях. Все, с вами был Максимилиано Джонс, не забывайте подписываться и ставить лайки. Все, всем спасибо, всем пока.